И это стоит вся правая сторона. Стоит вся правая сторона. А почему они... А, им нельзя ехать, они вообще умрут. Один встанет и съедет. Ну, не могли бы куда-то стопнуть? Ну, что, авария? А где-то такое же... По дереву забыл, не важно. Сотни. Не тысячи. Эпицентр. Это мы по встрече переедем. Ну да. И конца края мы не видим этим грузовикам. Это как этот товарный поезд. Товарняк. И они стоят. Стоят. Он так стоит, пиво. Ну, прицеп длинный, пусть он разворачивается. А это две эти... А, нет, тут две колонны стоят. Нет, не в одну. Тут вообще задница. Был бы это Кутузовский, нам бы уже прав лишили вас стрелки, наверное. Они колонны, что ли, видели? Они бы так же... Либо тут какой-то перевалочный пункт непонятный. И стоят, главное, давно, но они уже он. И что-то люди даже он не поймут, что такое. Боятся выйти. Одни вообще едут. Одни едут. И давно стоят, главное. А, может, КПП это такое, свешил. Нет, для грузовиков. Для товаров. А тогда мелкие стоят, да? Не готов здесь, кстати, простоять 10 часов. Что-то непонятно. Стоят давно уже, по снегу едем. Спасибо.
двигается. Никто не двигается. Кто у нас это спасает? Это ты? Уважаемые, а что это такое? Что стоят все? Авария на много километров. В Ютубе заценит это. Что происходит справа? Там будет объект. Тут. Что без скопления машин? Хачмас, катайся. Ха-ха. Хачмас. Машин не едет. Херовая мегакилометровая пробка. Охренеть, как огромная. Там где-то авария, далеко-далеко внизу. Все стоят, ждем КП. Пробка оживилась, может где-то спустя полтора часа в КП. Эй, крошечку, а мне, пожалуйста, космополитен. Нет проблем. Космополитен? Это же вроде бы женский коктейль. О, да. Это меня Тэмми приучила. Я часто пью то, что она, ну вот и... О, водка. Да, жена весела, жизнь мила. Здорово, жена весела, жизнь мила. Мне нравится говорить, да. Прямо про тебя, спасибо. Ох ты, погляди на женщину, потрясающе выглядит, да? Да, ты прав, хорошо. И такая красота, возрастом не проходит. Ты взгляни на ее маму.
застряли. Конечно. У тебя было нет лиц на то, чтобы это кому содержать, правда? Но ты ведь нашел массу причин, чтобы этого не делать. Да, вспоминаю, что это были за причины. Вот это. Да миллион причин. Машину в дворе доставили. Она не дает мне лазить к тебе в тарелку. Она не любит пробовать еще раз. Я не вовсе не похож. Да не то, что похож. А именно так ты и говорил. Я никогда не пищу, как мышка. Иногда пищу. Да еще с итальянским акцентом. Правда, что ли? А это помнишь? Она ненавидит фильм «Гольф клуб». Да, знаешь, почему она ненавидит «Гольф клуб»? Там суслик ненатуральный. Тебя бы это тоже раздражало. Ну, разумеется. Отказаться от счастья из-за того, что киношный суслик не натуральный. Хватит. Тебе 40 лет. Ты не был жена. Эти иногда нужно просто зажмуриться и прыгать. Я сидел. Я же говорю. Капот у них. Привет, Эдин. Привет. Привет. Ну как ты? Прекрасно. Ты как? Чудесно. Не кричи. Нет. О, хорошо. Хорошо. Мы пойдем в Эльку, за нашим столом уже все собрались. Показывай дорогу. Это мне? Нет, это его. Будет мое. За каким столом? Я за столом. Номер. Ой, как жалко. А вот один стол. У нас один. Ну ладно, увидимся. Ладно. Один танец мой. Не забудь. Так, я могу? Мам, пошли. Я пошла. Потому что она дешевле и более практичная. Эй, а вы
Любите пироги? Любите пироги? Вам нравятся? Пироги, еда такая. Пироги. Пироги. Типа яблочного пирога. Да, люблю пироги. Ничего себе. Вы типа эколог исследуете? Что в этом удивительного? Да нет, я просто, ну, не похожего на типичного такого ученого. Ну, это... Я уверен, что это не так просто, как вы говорите, но я тупоголовый торговцев, бейсбольный пятерок. Никакой не тупоголовый. Эдди, могу я говорить откровенно с вами? Да, конечно. Мне... А мы почти по твоей форме. Видела, как люди начинают друг с другом спать, и это разрушает их отношения. Я их не снимал. Отлично. Я думала, мы до этой точки доехали. Ну ладно. Ладно. Что, добавлю? Спокойной ночи. И тебе. Сладких снов. Непременно. И окно лучше не открывать вообще. Такое ветрище просто, он можно посмотреть по снегу. А там вообще ничего не видно. Это зависит от того, как пойдет структуризация. Ну, где-то 2 года. Два года. Почему ты смотришь? В Голландии. Нафиг, скажи им. Я не хочу. Я могу работать исследователем, но не собираюсь. Речь о моей карьере. Не могу я такое сказать. Я понимаю, но, может быть, ты скажешь ему, ну, может, кто-то другой хочет поехать? Нет, либо я, либо еще один исследователь. Он же. И что? А то, что с ними и сами не перевозят. Такая болезнь. Ну, во-первых, у нас там будет масса других развлечений. Да. Я хочу выбраться из отеля на пару дней. Может, взять Бура, знаешь, осла мексиканского, Бура, осла. Съездим в горы, устроим маленькие приключения. Привет. Ну да. А я думала, мы будем просто расслабляться на пляже, да? Не забывай, Лин, это же страна третьего мира, там может быть опасно. Да, но понимаешь, это как раз пиздец. Вот именно. Самый пиздец фура. Ой, как ему повезло, пиздец. Не дай бог он бы туда наебнулся. Знаешь, какая высота там, не поймешься. Высота там.
машин стоят, мы же вроде проехали. У меня получше идея. Давай найдем комнату. Там плохой водитель. Да. Тебе нравится эти? Да, тебе нравится, правда? Мне очень нравится. Скажи, очень или нет? Очень сильно. А так, тебе нравится? О, да, да. А как насчет этого? Это Варя, Тарасов, Тамара, Москва, МБС. Теперь я знаю, что надо делать с Энди, когда он плохо себя ведет. Не могу не позиции, а то, что мы тебе сейчас ломаем. Давай. В общем, сделаем обратный стоп. 6:40-50. Не буду я вас чекать. Солнышко, ты куда? Пипи. А это пробка из Москвы. Я не хочу, но то, что я сейчас идет снова, что сейчас.